Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Приветствую. Меня зовут Павел Колесов. Мой персональный сайт pavel-kolesov.ru. И я помогаю людям становиться везунчиками-удачниками. Я вам задам несколько вопросов. Будьте так любезны, ответьте, пожалуйста. Конечно. Как вы пришли в инфобизнес? Наверное, это было закономерно. Я до 2011 года занимался проведением живых тренингов. С 2000, 11-12 лет. Летом 2011 года я посмотрел на динамику и понял, что сегмент живых тренингов, он умирающий, он схлопывающийся. Причем практически по всем сегментам, кроме ультрадорогих. Но на ультрадорогих в провинции не выжить, там некоторые сложности. Я стал искать альтернативные варианты, понял, что инфобизнес – это тренд восходящий, и перешел из тренеров, которые ведут живые тренинги, собственно, в разряд инфобизнесменов, которые проводят вебинары. Потому что мне это казалось интересным, мне это казалось развлекательно, я вижу динамику людей, потому что мне как тренеру важно, чтобы люди, которых я обучаю, они на самом деле внедряли то, что я предлагаю, чтобы у них были результаты. Потому что если этого нет, то для меня возникает вопрос, а тем ли я делом занимаюсь. Ну и таким образом я с осени, сентября 2011 года, уже два года занимаюсь практически только инфобизнесом. И живые тренинги, они у меня так вот остались в фоне. Всего пару живых тренингов в год, просто для того, чтобы форму не терять. Потому что тренеру важно постоянно тренироваться. Ну, языком читать на вебинарах у меня получается, но здесь крайне важно уметь еще с живой группой общаться. Поэтому сейчас у меня два живых тренинга. Первый живой тренинг – это в июле. Мой коронный «Школа достигаторов» в Горной Хакасии, куда люди идут со всей страны. В этом году семейная пара из Австралии приехала. Люди жалуют, что я не могу. Какого черта? Там с другого конца планеты там, они трое суток летели. Соответственно, в Хакасии это мой основной ключевой тренинг по встраиванию в людей модели, как нужно думать, как действовать, чтобы вам по жизни постоянно везло. И в январе в Таиланде у меня проходит живой выездной тренинг по гипнозу. Как воздействовать на людей, чтобы, в общем, они делали то, что вы хотите. Потому что, ну, мне это интересно, я на этом набиваю руку, я все время какие-то новые фишки вкручиваю, а все остальное у меня сейчас проходит в формате вебинаров. Ну, плюс иногда меня приглашают выступить на конференциях на живых, я приезжаю в Москву выступать на конференциях. Интересно то, что вы говорите, а вот такой вопрос. Первые 100 тысяч, как работали приемники? Первые 100 тысяч я зарабатывал полтора года. С первого моего вебинара, с платным, который я провел, там это было вообще жесть. Тогда никаких систем оплаты у меня не было подключено, через какие-то там кошельки, там чуть ли не вручную все собиралось. Там собрали 1070. Второй платный вебинар, который я провел через год, там я собрал еще 1030, потом я сделал распродажу, с этих двух вебинаров заработал еще 1070, потому что тогда рынок не был настолько загажен, не было такого количества людей, серии «купи-купи», мне удалось хорошо продать, и на эти деньги я съездил во Францию обучиться гипнозу к замечательному Жану Беккио. Так, собственно, это были вот первые хоть какие-то серьезные деньги. А где вот на первые 100 тысяч брали клиентов? Ну, я напомню, у меня был и сейчас продолжает существовать мой тренинговый центр живой, и первые 4500 подписчиков, они у меня были на смарте еще вот из тренингового центра, из лендингов, из рассылок, заточенных именно под живые тренинги. Поэтому мне в инфобизнесе было стартовать сильно легче, потому что у меня была хоть какая-то база, что люди меня уже знали. Это были лояльные клиенты, они мне уже доверяли, они понимали, что Кольцо дает на самом деле качественный продукт. Поэтому, когда я кинул клич по базе, у меня там, по-моему, человек... При том, что я вообще технологии запусков не знал, вообще ничего этого не знал. Простые тупые продажи лоб дали мне, по-моему, там то ли 20, то ли 25 продаж первых, именно в деньги. Но перед этим надо понимать, я, так как отношусь ответственно к процессу, я 4 месяца тренировался. Я практически каждую неделю вел, ну, то, что тогда называлось мастер-группа, когда я людям бесплатно что-то вещал, как раз вот из этого огромного объема компетенций, которую я владел там. Про ораторское искусство, публичные выступления, там, воздействие на людей, управление персоналом, в общем, вот все эти вещи, чтобы вот для себя понять, как доносить до людей именно в формате вебинаров, потому что я вот, несмотря на то, что уже два года живу фактически только вебинарами, я все время промахиваюсь с таймингом. Я все время думаю, я вот этот материал выдам людям за час, а у меня получается регулярно полтора, два, три. Потому что хочется выдать много, и все время как-то вот... Потому что у меня на этой неделе я завершил мой, ну, я считаю, один из лучших тренингов на сегодня. Это практика самогипноза 4, устранение внутренних конфликтов и самосаботажа. Я думал, у меня будет 2 дня основного блока плюс день VIP-блока. У меня получилось по факту 4 дня тренинга. Каждый день это от 3 до 6 часов.
плюс еще VIP-блок на 3 часа. В общем, по времени получилось ровно аккурат в 2 раза больше. Ну, у людей, за счет того, что там массированная проработка всех этих ихних тараканов и сомнений, у них совершенно потрясающие результаты пошли прямо сейчас. Но это вот к тому, что, к сожалению, я еще вот не научился выверять время. Мне этому еще нужно учиться. А что вот, когда вы начинали, да, входить в инфобизнес, что было вам легко и что было тяжело? Ну, мне было легко вести вебинары, потому что потрепаться я люблю перед людьми. А, конечно, хуже, что нет живой обратной связи, но там через чат, через плюсики, через комментарии на сайте я тоже все получаю. А, что было тяжело, когда я только начал входить в инфобизнес, это был у нас 8-й, это было начало 2010 года. Это был просто взрыв мозга, потому что нереальное количество информации нужно было впитывать. Потому что нужно было полностью сломать все свое мышление, полностью его перестроить. Потому что я был хорошим тренером на тот момент, ну, такой средней руки бизнесменом и практически никаким маркетером. Я, в общем, про маркетинг не понимал ничего. И мне пришлось с нуля обучать себя маркетингу, с нуля перестраивать свои мозги. И чтобы все перестроить, нужно там... Я в месяц там по 2, по 3, по 4 вебинара отслушивал. Это было очень тяжело, просто впитать такой объем информации. Это было, пожалуй, самое трудное. Впитывать информацию и перестраивать себя, потому что мало прослушать, это надо же сделать, это надо выполнить. И вот первый год в инфобизнесе для меня был очень тяжело, потому что это нужно было и мозги перестроить, и очень многие рабочие процессы переделать, при том, что у меня на тот момент еще и живые тренинги были. А что бы вы посоветовали на сегодняшний день людям, которые только хотят войти в инфобизнес? Если они хотят войти в инфобизнес, я хочу сказать сразу, инфобизнес – это ад. Если вы думаете, что здесь много бабла, да, здесь много бабла, но это бабло уже нелегкое. Если вы думаете, сейчас придете какой-нибудь говнокурс, продадите и заработаете 100 тысяч миллионов, ничего такого не будет. Люди сейчас стали умными, причем резко умными. Вот за последние 3 месяца, по наблюдениям, по всем нишам, по всем базам, с кем я говорил, резко падает количество открытых писем, резко падает объем продаж, непонятно, чем связано. Судя по всему, что люди все-таки начинают догонять, и сейчас откровенно фуфло не пройдет. Если вы хотите в инфобизнес, здесь может быть для вас, ну как, 3 варианта. Первое. Вы идете как тренер. Вы идете как автор, у которого есть ценный контент, который хочет донести до людей. Супер, классно, здорово. Вариант номер 2. Вы идете как продюсер. У вас нету контента, у вас нету какого-то уникального содержания, но вы умеете продавать. Вы умеете выстраивать маркетинговые воронки, писать продающие письма, письма в рассылке. Отлично, вы тоже устроитесь. Вариант номер 3. Это вот обслуживающий персонал в инфобизнесе. Это может быть вы работаете копирайтером, в отделе продаж на телефоне, в службе поддержки, там, нагонять трафик, в общем, огромное количество вещей. Но самое главное, это вот, мысль, которую я наношу до людей, вам должно нравиться то, что вы делаете. Если вам приходится так вот себя брать за глотку и заставлять вот всеми вещами заниматься, забудьте про инфобизнес. Никогда у вас не получится, потому что здесь нужно адски много пахать, здесь нужно чудовищно много пахать. Тут тренды меняются каждые полгода-год. И то, что работало еще год назад у меня, сегодня вообще не работает. Именно поэтому я постоянно езжу на конференции, чтобы у лидеров узнать, подойти в кулуарах какие-то фишечки и вкрутить свой бизнес. Если вы идете в инфобизнес, почему это ад? Вам нужно будет непрерывно учиться. Вам нужно будет все время учиться. Причем учиться двум вещам. Первое. Вам нужно будет постоянно повышать свои ключевые компетенции как тренера. В чем вы там? В соблазнении, в танцах, в мордобитии, не знаю, там, в рейке, в ушу, в публичных выступлениях, чтобы вы постоянно росли как профессионал в ключевых компетенциях там, где вы тренер. И второе, вам нужно будет постоянно учиться маркетингу. Маркетингу, продвижению себя через сеть, новые фишки. Потому что если вот у вас хотя бы одна из этих двух вещей страдает, а денег у вас не будет. Потому что если вы умеете хорошо продвигать, но у вас фуфловое содержание, ну, где-то через полгода ваш инфобизнес загнется. Потому что про вас пойдет молва, что тот товарищ, он всякую фигню дает. Но с другой стороны, если у вас классный контент, первое, но вы не умеете продвигать, таких тренеров вот столько. Вот столько вот отличных тренеров, они гениальны, у них отличные программы, они людям могут дать результат. Они, первое, не умеют себя продвигать, и самое печальное, не хотят этому учиться. У них так корона в голове, наверное. Я король или поперек ванны плаваю, чтобы я пошел кому-то там учиться, пускай сами ко мне придут. Ну и такие идиоты обычно сидят без денег. Причем, я уж не буду называть имена, есть очень известные личности, которые вот так вот на все дело смотрят, чтобы я пошел куда-то учиться. А как только у человека вырастает корона на голове, все, его можно закапывать. Это только вопрос времени, когда он разорится. Ну что вот здесь вот в инфобизнесе нужно будет наступить на горло собственной, не знаю, жабе, собственной гордости и признать, что, в общем, вы ни хрена не понимаете, и это нормально.
и идти учиться, 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 и ездить на живые конференции, и участвовать в вебинарах, и вписываться в коучинг, потому что инфобизнес – это сейчас самая динамично развивающаяся область вообще из тех рынков, которые я вижу. И так как это самая динамично развивающаяся область, здесь быстрее всего все меняется. Повторюсь, то, что работало год назад, сейчас уже не работает. То, что полгода назад работало, сейчас уже работает со скрипом. И здесь все время будет… И мне приходится там моим коллегам искать, а что работает, что работает, что работает. Постоянно заниматься тестированием разных фишек. В общем, инфобизнес – это для людей, которые хотят жить на драйве. Потому что если вы такой вот… Здравствуйте, я робот Вертер. Чтобы написать письмо, мне надо 4 часа из 3 строчек. Вы инфобизнес не успеете. Вас затопчут, вас сожрут. А инфобизнес для тех, кто готов действовать очень быстро. Для тех, кто готов ошибаться и на этих ошибках учиться и бежать вперед. Если вы такой, добро пожаловать в инфобизнес. Если вы слишком долго думаете, я вас разочарую. По моим оценкам, где-то года через два, к 2015 году, сформируются самые крупные игроки, которые будут держать самые крупные, самые вкусные, самые интересные, самые денежные ниши, и войти в рынок инфобизнеса будет очень тяжело. То есть было очень легко входить в 2009 году. Легко в 2010, чуть сложнее в 2011. В 2012, когда рынок пошел на взлет, было труднее. Сейчас уже очень трудно. Я не представляю, что будет в 2014-2015, потому что уже очень много игроков со всех сторон заваливают контентом, рассылками, купи и смотри, и у людей же уже отрыжка от этого контента. И здесь, чтобы вы могли хорошо, качественно войти на рынок, вы должны сразу давать мега-качественный контент. Думаете, я сейчас люблю какой-нибудь говнище, и людям так вот вытяну в рассылку, но они посмотрят один-два раза, поймут, что вы гоните фуфел, за вас отпишутся. Или даже если отпишутся, это идеально. Самое ужасное для инфобизнесмена, если люди просто не открывают его письма. Потому что человек вроде в базе есть, но он не читает, он не открывает, он мертвый. И как до такого застучаться, то есть можно реанимировать, но это отдельно большая песня на пару месяцев. Поэтому идите в инфобизнес, если вам нравится учиться. Вот если вы получаете это удовольствие, вот здесь вам придется учиться, без этого у вас не получится. Если вы не любите учиться, не надо идти в инфобизнес. Работайте сторожем, плотником таким-нибудь, тарелки моете, но в инфобизнесе вам не выжить. Потому что в инфобизнесе, повторюсь, выживают молодые, энергичные, дерзкие, готовые учиться. И у таких они легко выходят на заработки там, в сотни тысяч рублей за месяц. Ну, то, что наблюдаю, ну, за полгода, за год. Но это если плотно, напряженно работать, пахать. Надеюсь, что так вы придете на рынок и сразу полляма снимете. Мягко говоря, наивно. Спасибо большое, Павел. Самое, на самом деле, интересное видео, которое я записываю в последнее время. Спасибо. Ну что ж, спасибо. Надеюсь, казалось полезным. И до следующих встреч. С вами был Павел Колесов.